В столице Чувашии чествовали спортсменов и тренеров команды футбольного клуба «Химик Август». Напомню, вурнарская команда одержала историческую для нашего региона победу в финале первенства страны по футболу в третьем дивизионе. Ну а сейчас самое главное – удар Шалдина. Нет, это невероятно! Ну каков вратарь! Вы чемпионы! Вы чемпионы, «Химик Август», поселок Вурнары, Чувашия! 3-2 в серии послематчевых пенальти побеждает вурнарский «Химик». Качают главного героя матча вратаря Виталия Астахова и главного тренера Александра Ешкина. Под его руководством команда штурмом взяла в начале суперкубок Чувашии, затем отважно стартовала в любительской футбольной лиге, став лучшей среди 12 команд Приволжья, а затем выиграла и всероссийский финал. И это при том, что состав команды для ЛФЛ утвердили в феврале. В него вошли вурнарские футболисты, чебоксарские, казанские, спортсмены из Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани, Ульяновска. Так получилось, что заслуга тренеров и команды, они за короткое время, период проведения сборов с февраля по апрель, так сдружились, так стали показывать командную игру. И это стало большой упорный труд, стало залогом больших успехов в сезоне 2018 года. Этот футбольный сезон стал историческим не только для Вурнар, но и для всей Чувашии. Впервые команда, представляющая регион, выиграла Кубок Приволжья и стала победителем первенства России по футболу в третьем дивизионе, обыграв 8 сильнейших команд страны. Действительно, команды были по силам все равны примерно, но были команды, в которых были выдающиеся футболисты, не только которые прошли уровень премьер-лиги, но даже были игроки, которые защищали цвет национальной сборной России. Поэтому здесь, наверное, вдвойне почетно, что вот эти ребята обыграли всех, завоевали первое место, завоевали золотые медали, и теперь о них знает вся страна. Сейчас футболисты принимают поздравления и отдыхают. Тренировочные сборы и подготовка к сезону 2019 начнутся в середине февраля. Кроме участия в первенстве России среди любительских команд, спортсмены планируют заявиться и на Кубок страны, где будут футбольные матчи и с профессионалами. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Валерий Рюзюков. Республика.